Зрение ваше, все пустые мелки. Что сделано, того уж не исправить. Для всех неотвратим судьбы закон. Сказал же я, хочу быть королем. Король Лир Шекспира, Ричард III и многое другое из уходящей эпохи, актуально ли это сегодня? Конечно, особенно если придать этому диджитал-огранку. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами отправимся на специальный проект Art Corporation Ричард III. Это диджитал-спектакль, форматов которого еще не было. Наш спектакль называется «Ричард», и основой к этому спектаклю послужила пьеса Шекспира «Ричард III». Но мы сделали хитрый ход, я не хотела использовать шекспировский классический текст, и я попросила Анастасию Василевич, это наш автор инсценировки, написать и скомпилировать некоторые моменты, которые соприкасаются с нашей жизнью, из наших реалий, и также перемешать шекспировские пьесы, взять оттуда части, которые, на наш взгляд, очень похожи с жизнью главного героя Ричарда, а также жизнью каждого из нас, потому что в первую очередь это история про нас, про нашу реальность и про наши будни. Идея проекта может показаться банальной, она про человека, про нас. Возможно, каждый из нас узнает себя в Ричарде. Я когда создавала этот проект, для меня Ричард — это я сама. И здесь есть переход от цифровой жизни в виртуальную, то есть вот 26 лет моей жизни перетекли вот в этот небольшой отрезок жизни Ричарда на сцене. Форма спектакля не классическая, это скорее перформанс, который включает в себя музыкальную часть, визуальную часть, это фильмы, которые мы снимали, и также мы используем диджитал аватара. Его для нас произвел бывший резидент студии Артемия Лебедева Александр Нуво. Команда у нас действительно очень большая, туда входит саунд-дизайнер, VJ, создатели диджитал-проекта. Так как раньше я никогда не работала с диджитал-художником, то это очень был интересный опыт, и я благодарна Саше, который с радостью откликнулся мне помочь создать эту потрясающую историю. И в целом команда подобралась таким образом, что это был замечательный творческий тандем людей-единомышленников, которые хотели творить и добиваться качества результата. Было очень интересно работать. Добрый вечер, Анна. Здравствуйте. Расскажите, какие были особенности в процессе подготовки данного проекта? Ведь это не классический спектакль, здесь пришлось работать и с диджеем, и с художником, и с визуализацией. Вот именно в чем особенность данного проекта? Данный проект начинался в рамках театра год назад. Особенность этого театра – то, что он иммерсивен. Здесь идет взаимодействие зрителя, идет очень много визуальных компонентов. Очень много музыки, которая тоже подчеркивает. Вот. И, естественно, актеры, которые тоже взаимодействуют с зрителем напрямую. Поскольку это проект не классического театра, далеко не по Станиславскому, в чем особенности в процессе репетиции и подготовки? На самом деле для меня этот проект был первым, ну, именно такого плана, такого уровня. И репетиции были тоже специфическими для меня. То есть нужно было не играть, именно важный момент здесь и сейчас. То есть актер, партнер дает тебе сейчас какую-то определенную эмоцию, и ты ему отвечаешь.
Вот, проживание здесь есть, определенно есть, просто оно другого уровня, оно идет тоньше, оно идет приближеннее к жизни. Возможно, оно будет не такое яркое, как на сценах театра, но от этого оно, мне кажется, глубже становится. И вот репетиции были, да, действительно очень специфическими, и это был очень колоссальный и интересный опыт для меня. В Новой Зеландии выбрали птицу года, а в канализации Афин обнаружили мраморную голову бога Гермеса. Мы собрали очередную подборку новостей, способных вас удивить. В одной из школ французского города Авиньон появилось странное объявление. Руководство школы просит родителей не перебрасывать детей через забор. Так это выглядит. Директор школы утверждает, что произошло уже несколько подобных случаев. Родители либо помогают перебраться через забор, либо попросту перебрасывают детей. Никто из школьников не пострадал. В Новой Зеландии недавно прошел традиционный конкурс «Птица года». Организаторы подвели итоги онлайн-голосования, и первое место занял попугай вида какапо. Он известен тем, что ведет ночной образ жизни и прячется, мимикрируя под куст. Так он выглядит. В настоящий момент птица находится на грани вымирания. Всего насчитывается 213 особей. Эти попугаи весят до 4 килограмм, вырастают до 60 сантиметров и живут около 60 лет. В канализации Афин случайно обнаружили мраморную голову бога Гермеса. Артефакт нашли рабочие, занимавшиеся строительством канализационных сетей. Так он выглядит. Мраморная голова лежала на глубине 1,5 метра от дорожного покрытия. Министерство культуры и спорта Греции датирует находку приблизительно началом 3 века до нашей эры. Голова скульптуры Гермеса изображает бога в зрелом возрасте и, по-видимому, была фрагментом колонны. Такие колонны устанавливались на перекрестках и улицах. В античности они служили своеобразными дорожными знаками, сообщили в министерстве. В настоящий момент голова находится на складе инспекции древности Афин. В Оксфордском университете провели исследование видеоигр. Согласно выводам ученых, они могут положительно влиять на психическое здоровье. Для исследования использовались две игры — Nintendo Animal Crossing и Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. В эксперименте приняли участие 3274 добровольца. В ходе исследования выяснилось, что чем больше респонденты посвящали время компьютерным играм, тем больше они отмечали улучшение самочувствия. Но это еще не все. Ученые не торопятся с громкими заявлениями, поскольку исследование не освещает все стороны вопроса. Я уверен, что если эксперимент будет продолжен, то мы узнаем и о токсичности влияния игр, рассказал глава исследования Эндрю Пшибильский.
Группа диетологов из Австралии, Китая и Катара провели исследование, связанное с употреблением куриных яиц. Выяснилось, что этот продукт может быть связан с риском развития диабета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале British Journal of Nutrition. В этой работе исследователи обработали данные о питании 8545 взрослых жителей Китая. Их собирали на протяжении 18 лет, с 1991 по 2009 годы. Оказалось, что люди, которые употребляли в день 38 граммов яиц, рискуют получить диабет второго типа с вероятностью на 25% больше, чем те, кто не едят куриные яйца. Респонденты, употреблявшие 50 граммов яиц, увеличили эти риски на 60%. Кроме того, известно, что этот эффект больше касается женщин, нежели мужчин. Ранее ученые связывали употребление яиц с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в продукте содержится холестерин. Ежегодно в мире проходят десятки тысяч праздников. Мы привыкли к традиционным для нас Новому году и 8 марта, но у некоторых народов мира главные дни в году сильно отличаются от наших. В этом сюжете мы собрали самые странные и необычные праздники и соревнования со всего мира, которые точно вас удивят. Первый в списке – праздник из испанской Валенсии под названием «Блас Фалиас». Чем он примечателен? В первую очередь тем, что это праздник огня. На протяжении нескольких дней участники постоянно взрывают петарды и фейерверки, а кульминацией становится традиционное сожжение гигантских фигур. Лас Фалиас проводится с 15 по 19 марта, и испанцы к нему очень тщательно и долго готовятся. Еще бы, ведь собрать такие гигантские сооружения не так-то просто. К слову, фигуры создаются не просто так, они несут сатирический характер и часто высмеивают человеческие пороки. Ежегодно фестиваль собирает более 2 миллионов туристов со всего мира, а еще этот праздник включен во Всемирный каталог нематериального наследия человечества. Огонь на празднике – основное звено торжества. Когда он угасает, Лас Фалиас заканчивается. Куперсхиллская сырная гонка, возможно, самое странное и необычное мероприятие в мире. Оно проводится в последний месяц мая. Участники этого праздника должны залезть на вершину холма. По сигналу со склона скатывают головку сыра, за которой бросаются в погоню все, кто принимает участие в гонке. Этот праздник стал традиционным для местных жителей, но в последнее время там все чаще появляются люди из других регионов и даже стран. Британские власти постоянно пытаются запретить проведение сырной гонки, ведь она связана с риском для здоровья. Каждый раз кого-то увозят на скорой помощи и порой с очень серьезными травмами. В 2010 году мероприятие официально отменили, но фанаты проигнорировали запрет и все равно скатились с холма в погоне за сыром. В общем, этот праздник очень неоднозначный, но поклонников от этого меньше не становится. Чемпионат мира по ношению жен ежегодно проводится в июле, а место действия – финский город Санкаярви. Правила довольно простые. Участники чемпионата должны преодолеть дистанцию в 253,5 метра. Дорожка, по которой бегут спортсмены, посыпана гравием и песком, а некоторые участки трассы оснащены водными препятствиями. Женщины, участвующие в соревнованиях, должны быть старше 17 лет, а нижняя планка веса не должна быть меньше 49 килограммов. Этот праздник проходит в Финляндии с 1995 года. За этим событием активно наблюдают журналисты из ряда информационных агентств, некоторые из них с мировым именем, такие как Reuters. На чемпионат ежегодно приходит не менее 7 тысяч зрителей. Еще бы, ведь это и правда довольно забавное зрелище. Лято Матина – еще один испанский праздник. Его проводят в последнюю неделю августа в городе Буньоль.
Длится фестиваль целую неделю. Там можно попасть на различные ярмарки и парады, а также выступления музыкантов. Но самое главное событие лято-матины – сражение, оружием для которого служат томаты. Фестиваль традиционно открывает смазанный мылом человек, который залезает на деревянный столб высотой в 2 этажа, а сигналом к бою служит выстрел из водяных пушек. Во время битвы каждый участник сражается сам за себя, а чтобы избежать травм, по правилам перед броском помидор должен быть раздавлен. После битвы все вокруг приобретает красный цвет, краснеют и участники фестиваля. Позже томатные очистки убирают при помощи пожарных автомобилей. Эта традиция существует с 1945 года. Считается, что первая помидорная война произошла в этом месте случайно, между двумя друзьями во время драки. С 2002 года Центральное бюро туризма Испании присвоило лято-матина статус международного фестиваля. Культурные особенности стран мира сильно отличаются друг от друга, но, несмотря на это, все умеют проводить время с душой. От метания томатов до погони за сыром предела фантазии нет.